Как-то я сам не додумался про клад. Ура! Склад! Друзья, подписчики и комрады, суть истории такова, что уже темно, я понимаю, что меня плохо видно, снимаю на телефон, еду на местечко. Друг комрад сбегал на разведочку и предполагает, что нашел какой-то схрон. Ждать выходных, ехать по-светлому. Ну, у нас не хватило сил, короче. Решили мы поехать сейчас по темноте и проверить это место. Я вам отвечаю, я не усну, пока мы не проверим это предположение. Но сопутствующие находки по кругу подсказывают, указывают на то, что там что-то может быть. Ну а будет там или нет, мы сейчас с вами посмотрим. И вот час пути, я уже на месте. Подъезжаю к заветному месту. Сейчас мы пойдем. Друг сказал идти минут 40. Что ж, надо так надо. Так, прибыли на место. Вот идут чьи-то ноги. Свет такой, что ни хера не видать. Сколько мы уже минут 40 топаем, да? Решено, роем. Вот здесь цветнее? Не, вот тут вот. Вот тут цветнее, чем. То есть мы что копаем-то? Я где будем рыть? Вытащить со старой ямы, что туда не выкопать. Сейчас я сверху. А. Это же стенки кусок. Да. Лопата, что ли, блядь? Да нет. Какая-то жесть. Ну давай, откидывай. Так, как мы копаем, скажи мне. Где место? Вот скажи, я копал, короче, туда вот эту. Ну. Ага. Слушай, вот эту. Вот это вообще зачетный. Вот он, да. Вот он, эпицентр. Да, 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 да. Ну, давай эту. Вот. Блядь. Вот. Вот цепляюсь. Такой. Камень, что ли? Фига, что такое? Нет. Фольга, блядь. Вот железка вижу. И что это такое? Вот такое. Большой луч. Она такая вот так. Тубак газа.
Да нет, здесь газа не было. Блядь, ствол от пушки. Или бетон. Бля, бетон что ли? Бетон. Да ну нахуй. Да? Оцинкованная, да? Непонятно. Тут крата, вот оцинкованная. Но если немецкий бетон... Ну, они нет. Железные были. Да. Такие. Да, они такие. Или бетон это. Цинк. Вот это цинк. Да, это цинк. Он вместе. Интрига, интрига. Сейчас не хватает барабанных палочек. Дрожжи тут. Не, ну полгом бы тут явно не достали бы для меня. Нет, нет. Слушай, надо, знаешь, еще вот так вот дрожжи. И вот сюда подходить. Вот он край. Шевелится. О, что-то сдвинулось. Ага. Ага, пошел, пошел. Бетон тут. Бетон, бля. Бетончик. Металлический бетон. На перчатки. Блядь, вот он у меня в кармане есть. Люди, бетон. Бетон. Крышечка. Давай. Там еще один, да, звенит? Да, да, да. Так, а если в этом кал второй будем копать? Бей посуду, я плачу. Он полный. Земли, да? И закрытый был. И закрытый был. Блин, какой-то песок у него какой-то нехороший. Блин, а если там тарелки люфтовые? Неужели пустой? Да, смотри, он какой, как бочка сделан. Это явно немецкий. А смысл был бы вот закапывать? Не знаю. Скажи ему, пожалуйста. Вот она, ручка от него, смотри. Да, синяя. Точно немецкий. Да, ободки. Да. Интересно. Слушай, могло быть, знаешь, что, видишь, как-то белое. Могли они прятать и масло, и вино, блин, и все что угодно. Вот. Кстати, пахнет чем-то, нет?
вообще ничего. И керосин могли попрятать. И керосин прятать, да. Но это ручка вот она. Ну второй надо проверить. От него. Или не от него. От него ручка. Пусто. Короче, пусто. Сейчас надо яму проверить. А не видно. О! Видно, да? О! Как там отсюда? Блин, не написано Deutsche Wehrmacht. Может быть, может продукты, может что-то. Ну, надо второй сигнал копать, надо их. Подожди. Да не кидай их, оставь на поверхности. А то мы сейчас будем в сигналах теряться. Не, ну тут-то нож. Блин, да это синяя краска, это. Как она называется? Ну как она? Эмаль, эмалированная. Эмалированная. Ну, постоянно. Ручка эмаль. А смотри, она привязана, нет? Постоянно, здесь делать? Постоянно синька это попадается. Не, ну глубина от души. Если по фискарю смотреть, там блин, больше половины фискаря скрывает по надписи. Такой же сигнал? Здесь три получается. Здесь вот один. Подожди. Здесь это второй. Подожди, где один? Смотри. Это кто-то копал тут? Копал или не докопал? Это я копал. Это ты копал, да? Это один. Подожди, или вот это я копал. Вот ты копал большой. Да. Вот второй, видишь? Прямо рядом с ямой, да? Да. А вот так. Третий, видишь? Ага. Ну что, роем вот так вот, значит. Вот так по линии? Да. Операция похоронная бычка. Ночная. Вот она, бочка номер два. Вот она. Вот она, бочка. Вот она. Как она поет. Три штуки. Раз, два, три. Три бочки. Два копаря и две лопаты заменяют экскаватор. Блин, я представляю, что нифига на видосах не видно будет, но что-то будет видно. Еще штырь. Ой. Еще вот он штырь. Штырь, да? Да. Или это бочка? Вот. Или это бочка. Никита как подавленный, да? Ну, техника ездила, в принципе. Она пустая была. Ну, в смысле, полая. Конечно, я. Развалилась, да? Это не штырь, это не кольцо, а окантовка. Ты что? Пруд? Пруд, но что-то мягкий, как алюминий, что ли? Нет. Нет, железо. Серебрёнка или что-то? А, нет, листья от этого. Вот это. Соя. Чуть соя, да. Ну, жестянка бочка. Жестянка. Ну, блин, они какие-то бочки-то. Нет, выпиты. А, нет. Оцинкованная, блядь. Нет, это не оцинковка, но она чем-то покрыта. Вот, да? Ну, белая оцинковка. Эмалированная, что ли? Нет.
Да, 4 вообще. Смотри, он цельный. Ну. Ага. Вот он у меня. Нет, что-то держит его. Ну, давай попробуй расшевелить вот это. Оно уже шевелится. Нет, это вообще разорвано. Бочка. Бочка была. Бочка была. Отлично. Это значит от нее. О, что это? Кольцо. Кольцо. Это верхняя часть бетона. Бетона, да. Я говорю, это могли в советские времена уже, бля, дербануть этот скрон немецкий. Нашли и вытащили. Ну, могло быть, знаете, здесь еще зерно можно прятать. Зерно? Да. Ну, они прогнили от содержимого, да? Это уже моя пошла бочка, на которой я сижу. Да? Да? А это вот туда уходит. Эмалированное ведро. Эмалированное? О, смотри. Ага. Видишь? Вижу. Ну-ка. Или это посудина? Нет. Это ведра. Эмаль. Да. Это может какой-то был. А? Кастрюлька. Но не помойка же. Да нет. Это ободок. Это ободок. Бочки? Да. Ну вот. Бетона, блин. Но это не от питьевого. Питьевой такие, ну, я видел, тут мне недавно показывали, они эти оцинкованные. Потому что в них вода не тихо. Да. Операция ДХ. Откопать мою бочку. Итак, пошла синяя эмаль. Жесть, рвется. Эмаль синяя. Так, скрывается. Что там беленькая? Эмаль. Ух, это не табличка. Да нет, вроде. Да из таблички и тоже хана уже. Слушай, это то ли номер, то ли табличка. Угол видишь? Угу. Табличка. С черными надписями нет. Не табличка. Или ведро разбито. Ведро. Ручка от него. Да. Ручка от него, а ручка лежала в совсем другом месте. Да? Да. Что, здесь была яма, что ли, какая-то? Да, внутри белая эмаль. Что там еще? Еще лист.
Это как кувшин мог быть, если это ручка. А ручка как кувшина сделана. А, вот тут не этот. Ободок? Ободок и ручка, как от ведра. О. Ведро. Ой, ты. Че, повезги это? Да. Да. Это было ведро. Синее эмулированное ведро. Что-то позвонишь? Все, ничего, да? Все. Цветной сигнал. На обратке решили пробить. Что, большой что ли? Еще бочка? Не, не. Я так думаю. Так. Все закопали. Все чисто. Ям нету. Понятно, плохо видно. Потому что темно, все зарыто. Нет, я ее в камень черкал, что ли? Где-то вот здесь, в этой стенке. Вонка это. Пластина выпала. Зубная гармошка. Закатай губу, раскатай обратно. Слушай, ну смотри. Вот так. Но проверять стоит. Всем спасибо за просмотр.